Наскільки жахливою може бути ця осінь, просто зараз нам розкаже Катерина Сояк, лікар-епідеміолог, завідувачка відділу оцінки ризиків та інфекційного контролю Охматдиту, консультант бюро ВООЗ в Україні. Скільки у вас титулів? Багато працюєте, пані Катерина. Дякую, що завітали. У МОЗ, давайте почнемо з прогнозу МОЗ. Там нас лякають, що сплекс захворюваності на COVID-19 зросте до листопада. І можемо чекати, саме тоді можуть запровадити новий локдаун. Якого сценарію нам чекати? Наскільки це буде значный всплеск, насколько жестко развиваться події? Я думаю, что сценарий вполне правдоподобный, который вы озвучили. Да, конец октября, начало листопада действительно будет подъем заболеваемости, потому что заканчиваются отпускные периоды, мы начинаем учебный сезон, мы будем работать в офисах, действительно с вентиляцией у нас проблемы огромные. Поэтому, конечно же, все предпосылки к тому, что рост заболеваемости будет есть. А чему мы не спостерігаем это зростання захворюваності зараз? Дивіться, яке ми бурхливе літо пережили. Наші вітчизняні курорти переповнені. Сотні, десятки тисяч туристів літають за кордон відпочивати. Ми проводимо паради, ми проводимо фестивалі, ми проводимо гучні святкування. І зараз, в принципі, сплеск не то, що міг би бути. Ну, і ще просто рано, тому що, в принципі, у нас інкубаційний період до 14 днів, і ми ще не успіли, так сказати, обмінятися всіми контактами, які можливі, тому що ми тільки виходимо з відпусків, у нас починається, опять-таки, учебний сезон, у нас ще нет всієї групи острих респіраторних інфекцій сезонних, які присоединяться к COVID-19. Поэтому, конечно, еще какой-то период мы... То есть мы можем побачить и раньше, не жовтый, не наступать? Раньше можем, я думаю, что это будет плавное нарастание. Насколько складною может быть эта ситуация? До чего нам приблизно готовиться? До того, что было у нас на весне? Чи, возможно, взагалі жахливые такие сценарии, как у России, у Британии, в России там кількість уже смертности... смертельных выпадков и уровня заболеваемости, она уже просто шокует. Вы знаете, учитывая, что у нас очень низкий процент вакцинации и приверженность людей к вакцинации, я бы хотела готовиться к худшему. Но, конечно, есть какая-то грань между этим и зависит от того комплекса мероприятий, которому мы будем придерживаться и готовиться к этому периоду. В принципе, все наше лето показывает, что мы не очень готовились, я бы так сказала. Поэтому, конечно же, развитие событий может быть в худшую сторону. Ну, а теоретично, если украинцы сейчас, как то кажут, схаменутся, чи можно еще запобегти этой катастрофе? Ну, безусловно, лучше вакцинироваться даже сейчас, даже через 2 недели, никогда не поздно. Лучше вакцинироваться, чем не вакцинироваться. Но, опять-таки, не только вакцинацией одной мы можем там спасти эту ситуацию. Это только комплекс всех вопросов. Это инфекционный контроль. Это просто налаживание инфекционного контроля в закрытых помещениях. У нас все закрытые помещения, офисы, садики, школы, они не готовы к сезону. Зрозуміло. Що відомо, то мы только... звикли до цієї дельти, яку називають більш вбивчою, да, чим звичайний штам коронавірусу, як уже нас почали лякати новим штамом МЮ. Наскільки він агресивніший за дельту і коли нам можна його чекати за законами епідеміології? Ну, я думаю, що це не зовсім как бы, пугання. Він дійсно є, він внесен в список таких контрольних штамів, за которыми ми ведемо наблюдение в мире. Не наша страна, в мире ведемо наблюдение. Він поки що додає кількість случаїв. Він не викликає окремої епідемії, він сам по себе как бы... не вызывает усложнения ситуации, но добавляет число заболевших. Поэтому, конечно же, его отслеживать желательно, по всему миру это происходит. Поскольку мы не отслеживаем эти штаммы, нам сложно сказать, есть он в Украине или нет, так как было и с дельтой, да, мы нечетко понимаем, когда он к нам пришел. Но, конечно, предпосылки есть, у нас не такие уж жесткие мероприятия по въезду в страну, поэтому не исключено, что в Украине он в том числе будет. Он не критично агрессивен, в принципе, я бы сравнивала его с дельта-штаммом, как бы кардинально это ничего не поменяет. Просто у нас будет количество пациентов новых, с новым штаммом, и, соответственно, они могут повторно болеть. Вот это важно. Главный санитарный лекар Кузин лякає нас тем, что это не последний год локдауна, от которого уже пандемии, от которой мы уже встигли втомитися, прогнозує, что минимум кілька років це все триватиме. Ви можете якось прокоментувати? Ну, так прогнозирует и Всемирная организация здравоохранения, что, в принципе, еще около 2 лет мы будем иметь локдауны, мы будем иметь карантины в тех странах, которые особенно не прошли вакцинацию и где низкая приверженность к вакцинации. Ну, в принципе, есть тенденции к спаду заболеваемости в мире. Ну, вот так однозначно сказать сложно. Но я думаю, что еще какой-то год мы точно должны понимать, что будем жить в карантинных мероприятиях. Ну, и помнить, что и наше здоровье, и наше будущее все же таки в наших руках, и помогать владе бороться власним прикладом із коронавірусом, із пандемією. Я дякую вам за ці відповіді. Лікар-епідеміолог Катерина Сояк відповідала на мої питання.